Не было бы авиации, не полетел бы Гагарин в космос, говорят организаторы. Сельский клуб превратился в настоящую военную базу. Здесь 362 модели самолетов и вертолетов, в разное время произведенных в Советском Союзе, США и странах Европы. Заведующая этим клубом и по совместительству билетер Людмила Локайчук гордится выставкой. Рассказывает, что сюда заезжают даже из России. Один товарищ, слушай, приехал, привез с собой внука, и приехали они троллейбусом. Они тут часа два ходили, фотографировали, восторгались. Вот, он рассказывал своему внуку. В общем, приезжают в основном те, кто увлекается этим делом. Увлечься есть чем. Здесь представлена истребительная, бомбардировочная, штурмовая, транспортная, морская авиация. То, чем может похвастаться самолетостроение за весь минувший век. На переднем плане самолеты Первой мировой войны. Вот, самолеты здесь есть даже не воевавшие, вот, допустим, Блерио, это 1909 год. Это самолет был сделан для того, чтобы перелететь Ла-Манш и заявить всему миру, что такое авиация, так сказать, с точки зрения применения ее. Модели выполнены в масштабе 1 к 72. Копии максимально приближены к оригиналам. Если нужно, на технике даже доделываются боевые шрамы. Есть здесь еще самолет, который осваивает Северный полюс, арктические экспедиции. Вот, кстати, можно понять, почему он так красиво раскрашен. Красные пятна для того, чтобы его было хорошо видно на фоне льдов и снега. К каждой новой экспозиции мастера авиаминиатюр тщательно готовятся и каждый раз выставляют новинки. Сейчас у них на носу очередная выставка, которая состоится в Бельбеке. Марина Павлова, Андрей Акатьев, служба новостей ИТВ, Перевальная.